Всем привет! С вами канал Артмания. И мы тут с Димочкой собрались играть в конструктор. Наконец-то дожили до этого конструктора, который я собирал в зоопарк. Я вам про него рассказывала и показывала обзор, делал на весь этот конструктор. Здесь где-то 3 или 4 конструктора вместе. И покупала вот такую еще. Здесь вот ради акул. Доставай, Дим. Вот. Упаковка пришла вся помятая, но нам не подарок. Давай. Такие вот детальки. Самой акулы. Доставай еще, что там есть. Где это есть? Наклейки. Это какая-то инструкция. Что еще? Все? Все. Наклейка у нас куда? А, на доску клеится. Вот она, доска наклейки. Так, а это вот плюсик сюда. Да? Да. Открывай. Инструкцию. Вот, а здесь у нас такие вот животные. Лошадки, ну совсем малюсенькие. Ну ладно. Размер же не пишет какой-то. Тут домики уже сделали. Тут половина из лего, половина там. Ну, вернее, не половина, часть из лего, часть еще откуда-то, еще откуда-то. Вот это будет, вот это. Да, будем ее собирать, да? Да. Да. Тебе там будет видно. Здесь очень много маленьких деталек. Снимает у нас уже Дима. Первая проба, да? О. Видно там все? Видно все. Ну, тебе нравится быть оператором? Посмотрите. Так, нам... В принципе, здесь все довольно легко. Нам нужна акула. Ну, акула, да, вроде только 4 части. А, 4 части у нее, да. Посмотрите. Ты что снимаешь? Куда уехала у тебя камера-то? Вот же снимать надо, что. Ну, тут маленькая ручка даже. Рыбка-то. Рыбка. Лошадка. Лошадка, вот. Ого. Да, в нашем с тобой зоопарке? Есть. Ой, не здесь. А, динозаврик даже есть маленький. Да. Белый медведь, смотри. Положи. Так вот. Так. Улыбка плывет. Здесь вот тут улыбка. А там рыбка плывет, да. Цоп. Ам. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А это кто? Кто это, Дим? Это лев. Лев. У нас таких целых 2 льва. Да? А еще у нас есть вот кто. Это кто, Дим? Жираф. Жираф. У нас их тоже 2. Есть еще... Будь здоров. Есть еще мама жирафих. Вот такая вот. Здоровенная, с маленьким жирафенком. Да? А, стадо и, львов. И еще маленький, это мама. Да, жираф. Жирафенком. Вы должны были еще жирафы приехать. А там они что-то очень быстро закончились. Что ж забыл? Видишь, он забыл тут. Угу. Если он собой тут. Ты там за жирафами прячешься, что ли? Если он нашел жираф, он тут там. Если он нашел жираф. Видишь, он как усел жираф. Видишь, он как усел жираф. Если он нашел жираф. Ушел, да? Там у тебя, смотри, самолет есть.
Мы можем в самолет посадить зверей, да? Да. И переправить их на другой остров. Опа. Фу. Жираф, правда, не поместится туда? Поместится. Да. Зираф этот. У нас ноги зираф. Видишь, он не поместится. Я и говорю, жираф высокий, не поместится у нас он. Да? И мама это. Да, мама. Жирафик. Мама жирафиком. Жирафенком, да? Да. С малышом. Да, с малышом. Да. Тут хвост торчит. Хвост у нее торчит? Хвост. Да, да хвост, кстати, у всех торчит, а у жирафенка. Маленький у него, смотри, хвосточек. Малюсенький. Да. И вот тут у нас еще цветочки есть. Что у нас еще есть? Поросеночек у нас есть. Поросенок. А, у нас вон что еще есть. Морковка такая есть. Курочка есть. Садка, если у нас садка. Угу. Если он туда залезет, если он как залезет, если далеко ушла у него садка. Да, далеко ушла, поэтому надо ставить заборчик. Давай забор расставляй. Давай. Не туда, а сюда. Сюда давай забор. Вот сюда вот. Вон там ставь. Да, вот забор. Здесь еще какая-то штука, не помню. Вот сюда забор, что взяла не осадка. Есть, вот туда сразу. Прилетели, да? Да. Доставай. Полетели это, жеребенка искать, да, Дим? Да. Лошадь вместе с коровой. Вот здесь. Нашли, он, оказывается, остался, да? Ого. Сажай его в самолет, куда ты понес? Вот сюда. А вот здесь у нас вот так вот все. Вот. Честно говоря, вот эти вот домики, и вот эти такие классные. Тут мальчик сидит тут. Можно было вообще прям большие дома, целый город построить. Жалко, что поштучно не продают. То бы я прям купила бы много, очень понравилось. Вот эти, допустим, деревья, вот эти вот штуки, они вообще нифига не стоят. Вообще там бесполезная самая вещь, наверное. Не хватает вот таких заборчиков. Жалко, что тоже нету поштучно. Это вот из лего, а вот этот вот синий из другого конструктора. Вот, не знаю, их прям побольше бы хорошо сделать. И прям сделать конкретный такой зоопарк. Да, красивый такой. Вот. Жирафики мне прям уж очень больно понравились. Но у нас же конструктор продают по минимуму. Здесь тут прям даже открывают. Ай, Дима, ну что ж такое-то, а? Да, там вот у нас открываются дверцы. Тут вот открывается, вот там аквариум у нас здесь живет. Естественно, вот я и поэтому говорю, они прям вообще классные. Можно было такие дома построить, шикарные. Много домов. А там мальчик залезет, мальчик туда, затем дед, и все. Туда мальчик залезет, туда лазит, и все. Ну тут конструктор, вот я его показываю, прям совсем здесь. Лошади малюсенькие. Вот, двигаются. Вон, залез мальчик туда, а пусть все. Да, и все. Это мальчик, и все.